Ведомство создано на базе внутренних войск МВД России. Образованы территориальные органы, среди них Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю, в структуру которого вошли специальный отряд быстрого реагирования, отряды мобильные особого назначения, дислоцированные в Краснодаре и в Сочи, а также ОМОН на транспорте и авиационный отряд специального назначения. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и общественной безопасности на массовых, в том числе международных, мероприятиях. В прошлом году сотрудники специальных подразделений Росгвардии по краю приняли участие в более 4500 специальных мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержано 120 граждан, 707 лиц за совершение административных правонарушений. С участием сотрудников Росгвардии из незаконного оборота изъято 94 единицы огнестрельного оружия, 37,5 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, 165 игровых автоматов и поддельных купюр на общую сумму около 3,5 миллионов рублей. Специалисты взрывотехники привлекались для обследования на наличие взрывоопасных предметов и их обезвреживанию. Только в прошлом году обезврежено 143 единицы боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Войска правопорядка с готовностью принимают участие в социально значимых проектах. Например, по добровольной сдаче крови. Не забывают о воспитании подрастающего поколения, уже сейчас готовя будущий кадровый резерв.